о просветлении. Просветление. Достичь просветления. Если бы оно было чем-то, что можно было бы добавить к себе, или чем-то, что неожиданно преобразило бы вас в чудесное создание, коим вы и так уже являетесь. Но вы не узнаете об этом, если будете думать, что оно придет к вам из будущего. Просветление. Назовем его состояние без эго. Итак, я хочу достичь состояния без эго. Состояние без эго нельзя достичь со временем. Вы не замечаете его сейчас. Состояние без эго здесь и сейчас. Состояние же, которое вы намереваетесь достичь, это ваша ментальная концепция. Она питает сама себя. Как таковая, она недостижима. Потому что она, это отвлеченное представление о том, каким я хочу быть, не сознавая, что вы уже являетесь этим сейчас. Состояние без эго вы располагаете в будущем и создаете из него цель. Нельзя произвольно вызвать состояние без эго или просветление, как бы вы это ни называли. Нельзя сделать их целью. Цель подразумевает будущее, а сама точка вхождения в состояние без эго или в состояние просветления – суть настоящий момент. Когда вы создаете цель, вы хотите ее достигнуть и пропускаете точку вхождения, потому что смотрите в будущее, так как цель подразумевает будущее. Такова дилемма всех духовных искателей. Они слушают наставления, читают книги и приходят к выводу, что есть такая вещь, как просветление. Они думают, я тоже могу достичь его. И немедленно формируется цель, ведущая вовне. Она становится мыслью, ментальным образом того, каким я хочу быть в будущем. Но они не сознают, что сами поиски путей реализации этого образа препятствуют тому, чтобы быть таковым сейчас. Ибо вход здесь, только в настоящем моменте. Эго может быть преодолено только посредством доступа к силе настоящего мгновения. Никаким другим образом. Просветление – это всего лишь мощь настоящего, не иначе. Только когда человек сдается в своих поисках, он осознает, что он уже здесь, он достиг. Так или иначе, мы тотально фрустрированы духовными исканиями. Неожиданно вы видите истинное положение вещей и прекращаете поиски в будущем. Духовные учителя конфликтуют между собой. Есть два основных направления. Это похоже на то, о чем говорю я, но это не то же самое. Одни говорят, не надо ничего делать, расслабьтесь. Нельзя планировать эти процессы. Вам абсолютно нечего здесь делать. Пусть все идет своим чередом. Забудьте обо всем. Все прекрасно. Другие учат, пока вы не возжелаете просветления так же страстно, как утопающий жаждет глотка воздуха, вы не достигнете ничего. То, о чем сказал я, кажется еще более худшим. Из просветления нельзя сделать цель,
чтобы затем ее достигать. В действительности истина кроется в объединении двух подходов. С одной стороны, ничего сделать нельзя, это верно. А с другой стороны, требуется усилие, которое ложным образом понимается как стремление притянуть будущее, в то время как усилие должно быть направлено на то, чтобы привести себя в настоящее. Бескомпромиссное только сейчас. Да, усилие направляется, чтобы как можно глубже укорениться в сейчас. И никаких усилий, которые уводили бы в будущее. Ничего сделать нельзя, это верно, если предполагается достижение во времени. Будущее здесь не поможет. Но погружаясь в настоящее и становясь внутренне просветленным, разве при этом вы что-то делаете? В этом смысле не надо ничего делать. Только позвольте настоящему быть и глубоко войдите в него. Проблема возникает на уровне средств выражения. С одной стороны, вы правы, ничего не надо делать. Но правы и те, кто говорит о необходимости усилия, чтобы охватить сейчас. Суть в этом. Никакого стремления стать в будущем. В своей предельной глубине вы не станете чем-то другим, чем вы не являетесь уже сейчас. Некоторые учителя говорят, вы уже просветленные. В своей основе это верно. Каждое человеческое существо уже завершено само в себе. Конечно, на уровне проявленных форм у каждого есть много чего делать. Самосовершенствоваться, учиться, набираться опыта. Но в своей сердцевине, в том, кто вы есть, на уровне вашей сущности, вы уже окончательно состоялись. Не требуется дополнительного времени и ничего, что нужно добавить к себе, к тому, кто уже есть в своей сущности. Вот что важно. В этом смысле будущее только мешает вам быть просветленными. Обнаружить и быть. Сейчас. Некоторым людям трудно освободиться от мысли «мне нужно достичь то-то и то-то, стать тем-то и тем-то». Но вы уже есть тот, кем хотите стать. Только осознайте это. Вы уже во всей полноте являетесь собой. Вы уже являетесь собой. Не надо ни дополнительного времени, ни чего-то еще, чтобы быть тем, кто вы есть. Уже сейчас. Вы уже божественное, вневременное в своей сущности. Все дополнительное – это на уровне форм. Танец форм, игра форм. Здесь действительно что-то приобретается, что-то снова теряется. Идет игра. И так довольно духовных исканий. Усилие, да, но усилие, которое ведет вас в сейчас, а не усилие, которое пытается актуализировать воображаемое состояние «я просветленный», коим вы и так уже являетесь. Рождественская медитация. 17 декабря 2017 года. Добро пожаловать на нашу рождественскую медитацию. Да, снова Рождество. Может возникнуть ощущение дежавю. Когда я был ребенком, Рождество несколько отличалось от теперешнего. Это было давно. Гораздо меньше суеты вокруг Рождества,
особенно в отношении еды. Все останавливалось. Не было людей на улицах. Движение замирало. Именно это мне нравилось в Рождестве. Полная тишина. Люди в своих домах. Елки, свечи. Не было торговых центров. Моей любимой рождественской песней была и остается поныне «Тихая ночь». В ней для меня передан подлинный дух Рождества, который трансцендирует все границы и который вы можете оценить по достоинству, независимо от того, христианин вы или нет. Праздник связан с рождением Иисуса, хотя никто не знает точно, какого числа он родился. Но дата примечательна, поскольку до Иисуса сакральное время ассоциировалось с зимним солнцестоянием. В Германии и в некоторых скандинавских странах более-менее произвольно было решено считать, что Иисус родился зимой. Люди с легкостью приняли новое установление, поскольку подобное уже было частью их жизни. Зимний период времени был для них сакральным. Возможно, из-за того, что в северном полушарии дни в этот период были самыми короткими. Затем как бы заново рождался свет. Зимнее и летнее солнцестояние, как бы небольшие паузы между выдохом и вдохом. Увеличение дня, сокращение дня. Рождество, конечно, получило свое название от Христос. В староанглийском языке произносилось «Крайст», в большинстве других языков «Крист». Важно помнить, и не все знают об этом, что Христос – это вовсе не имя человека. Иисус Христос – это не имя и фамилия. Иисус стал Христом после своей смерти. Это его титул. Так же, как Будда – это не имя. Не было человека по имени Будда. Это титул, звание. Будда – это пробужденный человек. Христос в буквальном переводе с греческого означает «помазанный», некто особый, приобщенный к таинству. Я убежден, что совпадение имен в Индии Кришна, а у нас Христ, не случайное совпадение. Два самых великих человека представляют для меня, выражаясь эзотерически, пробужденное сознание. У обоих пробужденное сознание. Непростое совпадение, что их имена так схожи. Нет доказательств взаимосвязи. Но мы недостаточно знаем, насколько европейские языки связаны с санскритом, с древнейшим языком Индии. Насколько я понимаю значение учения Иисуса, которое вы не почерпнете в церкви, Кришна и Христ указывают на особое состояние сознания. По моему мнению, Христос учит жить в другом состоянии сознания, в пробужденном сознании. Иисус использовал различные определения, чтобы указать на него. Например, спасение. Можно было бы спросить, спасение чего? Спасение от самих себя, от иллюзорной идентификации. Спасение от страдания, порождаемого непробужденным сознанием. Спасение от иллюзорного эгоистического «я» на персональном либо коллективном уровне. Другой термин, используемый в христианской духовной традиции – свобода, освобождение. И еще один термин, чтобы указать на пробужденное сознание – Царствие Небесное. Иисус часто говорил о Царстве Небесном, находящемся и внутри, и снаружи. Если вы слушали мои беседы,
Вы знаете мою альтернативную интерпретацию этого термина. Она мне кажется более близкой к действительному значению. Но в то время Иисус использовал эти слова, чтобы люди могли понять его. Царствие небесное. Слово «царствие» сейчас не используется в том смысле, как во времена Иисуса. Моя интерпретация – «царствие» значит измерение, область. Например, что вы видите, посмотрев вверх, в небо? Небо служит аналогом небесам. Чтобы указать на что-то, находящееся внутри нас, у нас нет другого способа, как использовать аналогии из внешнего мира. Все языки ссылаются на объекты, воспринимаемые чувствами. Во многих языках небеса и небо – одно и то же слово. Царствие небесное у немцев, испанцев, французов – это царство неба. Почему небо? Ведь возможно ложное понимание. Многие начнут искать Бога в небе. Один русский космонавт, выйдя в открытый космос, сказал: «Я не увидел там никакого Бога». Итак, что имелось в виду под небеса или небо? Что там, когда вы смотрите в небо без облаков? Вы видите бескрайность, вы называете это небо. Но фактически это ничто. Вы не знали, что в действительности небо – это ничто, пока не поднялись на воздушном шаре или на ракете в надежде достичь неба. И неожиданно осознали, что неба нет. Есть пустота. Вы достигли облака, но вы не достигли неба. Вы можете сказать: «О, сейчас я в небе». Но нет неба. Вы поднялись на 10, 20, 30 километров, на 100 километров. Где небо? Здесь ничего нет. Итак, мы называем небом то, что на самом деле ничто, не конкретная форма. Ее нельзя потрогать. Нельзя сказать «вот оно». Таким образом, моя альтернативная интерпретация слова «небо» или «небеса» – небо – это пространство. Таким образом, Царствие Небесное – это пространство. Это измерение, представляющее собой состояние сознания, в котором вы понимаете «здесь и сейчас» без особых трудностей. Не надо прилагать усилий, чтобы осознать это. Вам не нужно время, чтобы попасть туда, потому что это измерение уже в вас. Вы не можете, да и нет необходимости достигать его, добираться до него, создавать его. Надо только воспринять, что оно уже здесь, в вас. Ну хорошо, где же оно? В сейчас. Возможно, я уже говорил, а вы уже слышали, что на заднем плане вашего ума вы ощущаете, а я переживаю это сейчас, я чувствую это прямо сейчас, некий покой, некую тишину. От того, что я говорю довольно медленно, между словами и за словами присутствует пространство. В обычной жизни вы не замечаете его. Вы как бы загипнотизированы. Люди бомбардируются чувственным восприятием, особенно в нынешней цивилизации, многократно усиленной технологиями. Люди бомбардируются импульсами от органов чувств, и люди бомбардируются гипердуманием, избыточной, навязчивой, непрекращающейся активностью мыслей в голове. Постоянный ментальный шум. Бомбардирование на двух уровнях. Внешние объекты постоянно требуют вашего внимания. Твиттер, электронная почта, повсюду текстовые сообщения,
все притягивает внимание. Затем нужно обдумать каждую мысль. Большинство из них бесполезны. Мысль – великая вещь. Но в наши дни мысли большинства людей бесполезны и разрушительны. Время. Ненужный багаж. Люди не знают, что их идентификация, их представление о «я» проистекает из мыслей. Ментальные рассказы в их головах безумны. По этой причине многие люди пребывают в трансоподобном состоянии, в состоянии гипноза. Они не знают, кто они есть, не осознают глубины себя. Они не знают, что они гораздо большее, чем то, что они воспринимают посредством органов чувств, чем то, о чем они думают. Жизнь большинства людей – непрерывные потоки событий, постоянная рутина, с которой они должны справляться, не идя в глубину, за исключением, когда наваливается страдание. И в этом функция страдания. Архетип страдания – распятие Иисуса. Крест, страдание и трансцендирование страдания. Крест одновременно и атрибут священнодейства, и инструмент пыток. Очень сильный архетипический образ. Вам не надо страдать. Это не единственный путь. Возможно, вы уже пережили достаточно страдания. Оно вывело вас на некий уровень. Если вы сейчас слушаете, вы продвинулись далеко. И пережитого страдания было достаточно, чтобы привести вас к точке вопрошания. Вы начинаете понимать, что вдобавок к восприятию органами чувств, в добавлении к постоянному потоку мыслей, есть более глубокое измерение в вас. Не отдельно от вас, но в глубине вас. Возможно, вы осознаете это прямо сейчас, потому что вы переживаете приостановку активности ума. Чудесное понимание, что не обязательно все время думать, что внутри вас есть область, находясь в которой вы воспринимаете без мыслей. Сейчас вы видите, что не нужно думать. Достаточно просто пребывать осознающими. Сознание. Это измерение пространства. Поначалу кажется, ничего нет. Но если посмотреть более внимательно, осознание данного измерения и есть само это возникающее измерение. Используя язык, мы создаем дуальность. Когда я говорю о сознании этого измерения, это не то, что есть на самом деле. Пространство само возникает в вас, когда вы бдительны и внутренне неподвижны. Вы не думаете, вы чувствуете присутствие. Это присутствие в пределе есть вы. В нем нет ни прошлого, ни будущего. Вы понимаете, что все мысли, все восприятие чувствами не было бы возможным, если бы не было этого сознания, коим вы и являетесь. Восприятие чувством возможно благодаря свету сознания, благодаря пространству сознания, благодаря сияющему пространству сознания. Мысли бы не возникли без сознания. Но сознание не ограничивается мышлением и восприятием посредством чувств. Все это формы, которые может принимать сознание. Сознание принимает форму восприятия чувством или принимает форму мысли. Оно может принимать и другие формы. Постоянно возникающие и исчезающие формы. Но за их непрерывным рождением и умиранием находится неизменное присутствие –
это неизменное присутствие – суть того, кто вы есть. Это неизменное присутствие является пространством. Это неизменное присутствие является Царствием Небесным. Это неизменное присутствие связывает вас с самим сердцем универсума. Когда вы пробуждаетесь и становитесь внутри себя неизменным присутствием, универсум тоже пробуждается посредством неизменного присутствия, которое также является сердцем универсума, так как вы неотделимы друг от друга. Вы являетесь манифестацией пробуждающегося универсума. И это поразительно. Таким образом, человек – это коротко живущая форма, которую принимает пробуждающийся универсум. Персона различными способами предлагает сон. Универсум еще не пробудился, он видит сны. Многие непробужденные люди живут в состоянии сновидений. Им снится их драма. Они идентифицируют себя с восприятием посредством чувств, с каждой мыслью, с каждой эмоцией. За этим нет осознания самих себя. Люди с головой погружены в то, что возникает в их сне, в их уме. Поэтому мы и называем это непробужденным состоянием. Будда означает «тот, кто пробужден». В эзотерическом христианстве вы найдете христианских мистиков. Они проповедовали более глубокое христианство, чем вы можете услышать в церкви. У них есть термин «сознание Христа». Сознание Христа – это то, что в некоторых буддийских традициях называется природой Будды. Каждый человек несет в себе природу Будды. Он представляет собой живую форму природы Будды. Сознание Христа – это осознание того, кто вы есть за персоной. Иисус – это персона. Христос – это пробужденное сознание, которое безвременно. Поэтому в Евангелии от Иоанна, насколько я помню, Иисус говорит: «До Авраама я есть». Он не сказал: «До Авраама я уже был». «До Авраама я есть». «Я есть» трансцендирует время. Вечное присутствие, необусловленное сознание. В Ветхом Завете посредством «Я есть» Бог дает определение самому себе. «Я есть» – это «Я есть». Бескрайняя глубина в вас, в каждом человеке. Ее легко обнаружить. Просто обратите внимание, прямо сейчас осознайте внутреннее пространство в периоды, когда я молчу. Даже если я говорю за словами пространства. Слова приходят из этого пространства. Вам не надо думать, чтобы понять, о чем я тут говорю. В самом деле, если вы начнете обдумывать, пытаясь представить, о чем я говорю, вы наверняка все упустите. Понять, о чем я говорю, можно только перестав думать. Или немного по-другому, если мысли стихнут, прекратятся. Не навсегда, только сейчас. То, что останется, это и есть пространство пробужденного сознания. Чем больше внимания вы уделяете ему, тем больше вы становитесь им. Мы просто встречаем его растущего. Пробужденное сознание манифестирует себя в вас все более полно. Вы вносите его в мир. Мы опять создаем разделение, когда пользуемся языком.
вы даете возможность этой глубине войти в наше воспринимаемое чувством измерение. Вы даете возможность универсуму пробудиться. Или по-другому, универсум пробуждается в вас. Вы можете делать это, даже находясь в тюрьме и слушая меня там, независимо от обстоятельств вашей жизни, без сомнений проблематичных. Не позволяйте себе быть соблазненными вашей жизненной ситуацией, думая, она самая важная. Она может быть важна, может быть относительно важна, но не абсолютно. Сначала найдите абсолютно важное, затем можете заняться относительно важным. Абсолютно важное – это знание, кто вы есть за персоной. Абсолютно важное – узнать себя как сознание, ощущать себя как сознание. Я есть сознание. Я есть – это я есть. Не я есть то или другое. Просто я есть. Ваше присутствие – это не присутствие вас. Ваше присутствие – это присутствие универсума. Итак, осознайте то, что абсолютно важно. То есть будьте пробужденным или пробуждающимся сознанием. На втором месте – все, что вы делаете в жизни. Конечно, все это имеет относительную значимость. Когда вы знаете, кто вы есть, когда знаете свою сущность, сознание, изменится способ, каким вы регулируете относительно важное в вашей обыденной жизни. Ваши действия и ваше мышление оздоровятся. Они больше не будут порождать дисфункцию и страдания. Вы сможете обращаться с ситуацией совсем по-другому, потому что вы прикасаетесь к некоему измерению на заднем плане. Когда вы говорите или думаете, вы чувствуете пространство, внутреннюю неподвижность, безмолвие. Вы начинаете любить эти краткие моменты повседневной жизни, когда вы не думаете, а просто осознаете. Вы больше и больше освобождаетесь от тяжести персоны. Короткие моменты, когда вы просто смотрите, просто слушаете, когда вы просто есть, просто чувствуете энергетическое поле своего тела, когда вы не поглощены вашей жизненной ситуацией, которая является структурой из мыслей, прошлое и будущее, когда вы не поглощены своими проблемами, полагая, что наступит день, когда они уйдут. Нет, жизнь всегда будет требовать от вас усилий. Вызовы жизни будут постоянной мотивацией к пробуждению. Вызовам жизни не будет конца, но вы можете положить конец проблемам. Вы ничто не превращаете в проблему. Такое возможно только если вы укоренены в измерении пространства. Вы можете встречать ситуацию людей без того, чтобы делать из них проблему, без чрезмерной активности ума, ведущей к «я», которое обусловлено прошлым и озабочено самозащитой. Все это уходит. Если определять эзотерическое значение Рождества, я бы предложил понятие «сознание Христа». Вам не обязательно быть христианином, но можете и быть им, чтобы идти в глубину того, что это значит. Христос – это не персона. Христос – это пробужденное сознание. Когда оно возникает в вас или посредством вас, вы спасаете мир. Вы спасаете мир от Него самого. Тогда вы понимаете, что Иисус был вашим предтечей, Будда был вашим предшественником.
Вот почему Иисус говорил: «Все, что делаю я, и даже более великое, вы также можете делать». Удивительное место в Писании. «Все великие деяния, что совершаю я, вы также можете делать». Он знал, что он был предшественник. Если вы христианин, вы любите Иисуса как персону, но в то же время вы любите Его и как Христа. Христос в вас. Христос – это вы. Однако в действительности подобное не привлекает вас, потому что это проявляет себя как любовь. Желаю вам счастливого Рождества. Или, если вы предпочитаете другой термин, выберите, какой вам нравится. Просто знайте, что он означает. Спасибо.